погулять в парк строителей с Челсиком. Чем мы сейчас устроим? Я не хочу, Идем валяться будем. Поваляемся, шкурку почистим. Наши маленькие позагораем. Ангелочком порисуем. Да, Челса? Где? Челса ушла. Красотка. Чопа-чопу. Идем. Теперь будем оттягиваться. Вот такая вот у нас мальчиёлочка. Класс. Челсик, пошли. Пошли фоткаться. Вот зацепилась. Кто у нас такой красивый? С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю. Кто там? Копай. Уколется об розовые кусты. Розы! Смотри, колючки какие. Пошли! Нет, я хочу копать. Где мышки? Мышки, пи-пи-пи. Подснежники ищут. Подснежники. Нашла. Я нашла подснежники. Сейчас. Вот в парке среди всех пустых деревьев нашли вот такое вот дерево. Сидят голуби, греются. Сейчас мы их будем кормить. О, доставай. Челсик, сюда. Да, пошли голубей кормить. Полетели. Все прямо с ветки гроздьями. Птицы мира. И беленькие, да? Ай, какие хорошенькие. Челся, смотри, сколько их. Взяли специально хлебушек, чтобы покормить птичек. То после праздников им нелегко приходится, фейерверки. Еды нет. Но хлебушек они любят. Ну какие классные. У-у-у, Челся погналась. Зацепилась. Челс. Все, побежала копать. Челси, где птички? Ну вот там. Мальчишка у вас? Девчонка. Ну, с девчонками-то мы дружим. Ой, какой классный, да? Мальчик, да? Пошли, Челса. Охотница наша. Мама. Где наша мама? Что я буду делать? Мама, как я буду жить? У меня нет теплого пальтишка. У меня
нет теплого белья. Да есть, есть. Сейчас оденем. Оденем тебя. Хочешь? Хочу. Ой, шубку на меня надевают. Ура! Ура, ура, ура! Борода-то вся уже в снегу. Да? Давай, тянем, тянем, тянем. Ой, какие мы красивые. Все, пуховичок надет. Побежали. Побежали, 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 побежали. А мамку подождать надо. Пошли, ну пошли тогда. Ой, как хорошо. Вот и снег пошел. Сказочный. Все, кустики нашла. Сейчас будем копать. Охота началась. Птичкам? А, там летают, да? Ну, вон семечки у них есть. Ну, кинь, может, что-то и будут есть. Летают там в кустиках. Как говорит индийское изречение, что кто кормит ворон, тот общается со своими умершими. У них такое поверье. Именно ворон. Вон, смотри, летят птички. А, о, да, взяли. Ну, давай, дам еще. Да, еще, да. Воробушки. Остальное воронам оставим. Угу. Ну и ладно. Ну, дети катаются на ватрушках с маленьких горок. Налепили чего-то. Крепостей, наверное. Да? Пацаны стреляют? Собака у нас уже в шоке. Хвост опустила. Все, собака, прогулка окончена. Ну да. Пошли быстрее тогда, пошли пока быстрее, они еще не стрельнули. Рыбацкие теперь.